Вчера произошло просто вопиющее событие. Я записала вам ролик на час и решила его не выкладывать, потому что он мне не понравился. Сегодня записываю новый ролик с новой информацией, и у меня для вас вопрос. Кто знает, как настраивать сцены в ОБС? Ну, знаете, когда люди ведут стримы, и здесь они что-то резко выводят на экран, не просто транслируют свой экран, а резко выводят что-то на экран, что-то показывают, работают как будто с двух экранов. Я 8 лет веду канал и до сих пор не знаю, как это работает. И когда я пытаюсь найти в Ютубе информацию, мне выскакивают какие-то твичи, стримы с играми. А мне же нужно проводить вот такой стрим. Если вы знаете, как это делать, посоветуйте мне, пожалуйста. Всем привет! Сегодня у нас будет обзор. И, скорее всего, он затянется. Почему? Мы сегодня посмотрим сначала биткоин и эфир, далее мы посмотрим статистику и аналитику ETF-ов, и после этого я отвечу на вопросы. Где-то неделю назад я просила задать вопросы по поводу трейдинга, вообще, ну, на какую тему хотите, на такую задавайте. Получилось 165 вопросов. Если из них убрать повторяющиеся вопросы, то остается где-то 90, и я начну отвечать на них. Я буду отвечать на эти вопросы по частям. Вот сегодня тема про трейдинг. Вчера сделала про инвестиции и поняла, что нет, начну с трейдинга. Там будет про трейдинг, про обучение, в общем, 30 вопросов, поехали. Рассмотрим сначала биткоин. И на самом деле ситуация очень интересная для меня. Начнем с фьючерсов по биткоину. Смотрите, у меня на фьючерсах вообще два канала. То есть есть канал 1 и канал 2. Бывает очень редкая ситуация, когда я не могу определиться, какой конкретно канал рабочий в данный момент. Я для себя это понимаю, что нет какого-то определенного коридора, и это нормально, потому что сейчас заходят новые институты денег в криптовалюту, новая ликвидность, новая волатильность, это все может быть размазывается, кого-то запускают, кого-то выпускают из сделки, все это на OTC там проходит, на фьючерсы, то есть рынку всегда нужно время, чтобы переварить этот объем, чтобы вот объем осел, и снова начало все работать. Но это не значит, что вы тоже должны сидеть. Вы должны быть, если вы торгуете, если вы инвестируете, работаете на споте, вы должны быть полностью в боеготовности, то есть, да, понимать, принимать решения. И мы сегодня, кстати, об этом и поговорим, когда я буду отвечать на ваши вопросы. Мои сделки находились в этих частях, и если бы я построила эти каналы заранее, то есть если бы я увидела эти каналы заранее, потому что я работала по более пологому каналу, но на самом деле надо было начинать заходить в этой точке. Вот, я уже поняла это слишком поздно, когда цена пошла, и я подумала, окей, если будет возврат, хотя бы небольшой тест, вот оно было, это тест был объемов, я буду начну заходить в сделку. В общем, часть импульса я уже пропустила, и мне очень жаль, и потому что это вот исторически так сложилось, что это моя сделка, моя стратегия. Но anyway, как бы я зашла вот в этой точке, зашла на этом снижении небольшом, на этой коррекции, и сейчас жду, дадут ли мне еще раз зайти в эту сделку. Давайте, наверное, вернемся к фьючерсам, и там поговорим подробнее. Кстати, вот видите, на фьючерсах, на биткоин у меня канал более пологий рабочий, да, и заходила я как раз-таки почему так поздно, потому что для меня это был провал под поддержку, я не захожу под провалами, там, мое правило. Видите, немного теханализ надо было покрутить, пойти на фьючерсы по CME и потом уже смотреть, что происходит на биржах, да. Вот, в принципе, мои две точки входа, и я действительно в селекторе этими точками входа делилась. Я не просто там показываю, где бы я зашла, я захожу всегда на реальные деньги. И вот сейчас мы как раз-таки находимся, я бы еще здесь включила горизонтальные объемы, мы как раз-таки находимся возле такой большой контртрендовой. Что здесь я буду делать? То есть у меня такая стратегия. Я хочу еще зайти в сделку, если мне дадут здесь разворотный паттерн. Очень сложно его уловить, потому что, возможно, он формируется вот прямо в эту секунду, и после стрима я буду за этой ситуацией наблюдать. То есть, скорее всего, мне дадут зайти еще один раз, и я буду ждать уже выхода из этого диапазона. То есть я буду ждать выхода из коррекции. Вопрос сразу, где фиксироваться. Я начну фиксироваться от 80 до 84. Я вам напомню, что это
маржинальная сделка, что это сделка с плечом, поэтому у меня нет такого, что я буду сидеть с плечом до 100 тысяч, я так никогда не делаю, у меня есть спотовая позиция по биткоину, и мне хорошо, когда он растет. То есть я в такой очень выигрышной для себя ситуации. Мне хорошо, когда он и растет, и когда он падает. Потому что когда он растет, и у меня есть какая-то короткая сделка, я имею в виду в плане не шорта, а в плане короткой сделки по времени, то есть я захожу с плечом, помогаю своему депозиту расти по тренду, и также я набираю спотовую позицию. У меня спот, я начала набирать вот конкретно на свой кошелек с 24 тысяч. Про это я рассказывала в своем телеграм-канале, где я набирала позицию, где были мои точки входа, у меня было 24, потом я это все сливала, и вот если брать прям последний отрезок тренда, прям последние полгода, то, наверное, входы у меня где-то были по 48, по 49, то есть у меня очень много низких точек входа по споту, и, конечно, я радуюсь, даже если у меня это сгладило мои эмоциональные ощущения и восприятие трейдинга. Раньше я еще раз так никогда не делала, хотя надо было, как мы видим. Но мне надо было сконцентрироваться на чем-то одном, потому что не факт, что у вас получится и торговать, и инвестировать в биткоины. У меня, по крайней мере, так не получилось, я только когда научилась торговать. И вот, возвращаясь к трейдингу, даже когда я закрываю позицию, цена идет дальше, например, я нахожусь в лонге, я закрываю позицию, и здесь выстреливает импульс наверх, мои эмоции... фома, то есть эмоции жадности, у меня они, естественно, тоже присутствуют, это сглаживает, потому что я говорю, ну, у меня же там есть спот, я не переживаю, потому что спотовый портфель, он тоже растет. Если, например, это все разворачивается в коррекцию, я тоже как бы не переживаю и думаю, ну, я же набирала по 25 тысяч, то есть у меня еще оттуда есть сделка, а сейчас я пошарчу и попробую свой портфель как-то захеджировать. То есть, как оказалось, со временем я научилась хеджировать, потому что мне было безумно сложно научиться это делать. Так вот, такой вот план конкретно по сделке. Я не могу вам сказать сейчас конкретно, где я буду фиксировать, потому что я принимаю всегда решения в моменте, но очень много американские аналитики говорят про диапазон цены 84, и она либо пройдет эту цену и не заметит, либо она начнет где-то ниже скорректироваться, то есть, конечно, потенциал очень большой, мы очень хорошо накопили, кто знает, может, я и достаточно, ну, по крайней мере, минимум хочу вот так, и если даже взять от моей сделки и взять где-то до этого диапазона, это будет 33%, с 10-м плечом я торгую, 330%, это очень хорошая сделка на самом деле. Раньше у меня получалось делать такие сделки, не знаю, там, когда я торговала интрадей, понятно было, что был короткий стоп, не нужны были такие длинные движения, то есть у меня была большая сумма в сделке, короче, стоп, я меньше сидела по времени в сделке, и получалось забирать там по 100, по 200%, даже по 1000%, потому что я же со 100-м плечом торговала за более короткий период времени. Вот пока такой план по моей лонговой сделке. Что будет или при каких условиях я буду закрываться? Если мы пойдем ниже этой точки перехая 64, скорее всего, я здесь закрою свою сделку. То есть идет, например, сейчас цена разворачивается, она идет в эту точку входа, здесь она остановится, гарантию вам даю. Почему она здесь остановится? Потому что у нее есть точка перехая, точка, откуда цену подтолкнули наверх, и явно здесь сидят оставшиеся ордера, об кого эту сделку оттолкнули, и плюс здесь есть горизонтальный объем, здесь будет очень сильный коридор. Поэтому, когда цена здесь остановится, если она здесь остановится, я буду принимать решение о полном выходе из сделки, и я все равно закрою в плюс, как бы неважно, но все равно будет какой-то небольшой плюс. Вот такие вот у меня планы. А еще, кстати, может быть такая ситуация, что он вот здесь постоит, и я вам рассказываю просто различные. Видите, у меня даже алерты здесь стоят. Вот тут на самом деле очень будет интересно. Как он, вот если он зайдет сюда, да, зайдет, например, к этим объемам на 64, и как он будет? Либо он будет поджиматься к этой зоне, и я, допустим, сейчас зайду в сделку, и у меня уже будет три сделки, то есть три части сделки. Упала сюда цена на 65-300, и начинает на большом таймфрейме, на старшем таймфрейме, то есть это будут либо 4 часа, либо дневной таймфрейм, это очень важно для меня, оно будет поджиматься, я, возможно, еще одну сделку зайду, и если бы вот так расторговалась цена, я была бы супер счастлива, потому что я люблю, когда у меня 4 входа, я чувствую тогда свою сделку полноценной. А до 4 входов у меня всегда какая-то она такая немножко инвалидная получается, не
знаю, вот у меня такая стратегия, такие вот дела. Но может быть другая ситуация, потому что я же вам рассказываю все варианты событий. Мы пойдем в какую-то контртрендовую и придем сюда. А вот тут уже нужно будет посмотреть, что происходить. С одной стороны, мы снова придем к поддержке, а с другой стороны, если даже этот объем мы пробили и сели здесь внизу, в общем, пробьем эту зону, будем смотреть, что в этой зоне будем делать, будем тогда принимать решения. Эфир делал обзор, мне кажется, даже последний обзор был по эфиру, идеально отработал по каналу, и я кусаю локти, что я выбрала биткоин, а не эфир, или, например, выбрала, надо было выбрать и биткоин, и все равно зайти немного в эфир, потому что я очень хотела здесь сделать сделку, но в моих последних двух стопах было по 25 тысяч минусом, то есть в общей сложности где-то я потеряла за месяц на трейдинговом депозите 50 тысяч долларов. И это, конечно, меня очень сильно сдерживает, то есть я же начинаю всем говорить, что надо заходить с одной и той же суммы, даже если вы потеряли, но сама действительно чуть-чуть подсокращаю риски, подсокращаю портфель. Ну, это то, над чем я сейчас работаю. Идеально просто отработал, и на самом деле мы сегодня с вами посмотрим аналитику биткоина, там есть эфир, про эфир мы говорили с вами, и... Вы знаете, да, что приняли по эфиру тоже ETF, но это такие пред-ETF, торги до сих пор не начались или не начались. Когда примут действительно ETF и начнутся торги, далее примут ETF на эфир в Гонконге, то же самое произойдет, очень сильно будет расти эфир. Почему очень сильно будет расти эфир? Есть хорошая фраза в экономике «Scarcity create demands». Из-за того, что огромное количество эфира находится где-то в ликвидном стейкинге, где-то заблокировано просто в стейкинге, то есть по последним данным сколько? Практически 50% эфира просто где-то заблокировано, это залочено, то есть оно не в рынке, и оно в рынок попасть не может. И остается вот этих 50%. Из этих 50% еще уберите процентов 15-20, которые лежат где-то на кошельках холодных и не двигаются. И в рынке остается вот такая маленькая часть эфира, а нужен он всем. А в эфир ETF все хотят зайти. И это, конечно, там цена может дойти до 10 тысяч. Это как бы, чтобы вы имели в виду, что может произойти с ценой эфира. И запомните эти слова. Я просто вам хотела показать, что идеально кусаю, еще раз говорю, кусаю локти за то, что не зашла. Хотела, думала, тянулась рука и не зашла, все равно зашла только в биткоин. В общем, злюсь на себя жутко. Редко бывает такой хороший паттерн. Я так много про него рассказывала и на обучении, и, в принципе, про канал, про коррекцию в виде канала. А еще и... переходим с вами к аналитике. Сегодня у нас аналитика. Аналитика по поводу эфира. Приток в инвестиционные криптопродукты на прошлой неделе составил 1 миллиард максимум за 10 недель. Интересно, что в прошлый раз, когда мы с вами видели пару видео назад, у нас был какой-то отток из криптовалютного мира, отток из ETF, и мы прогнозировали тогда, это было в конце апреля, что, скорее всего, отток, как только закончатся оттоки из ETF, и начнутся небольшие притоки, это и будет означать, будет нам намекать на окончание коррекции. Мы с вами сейчас как будто чувствуем, что коррекция закончилась. По крайней мере, у нас есть такая вероятность до тех пор, пока мы не пришли в последний лой, не сделали перелой, мы будем думать, что мы коррекцию сейчас прошли. Вот, поэтому у нас продолжается приток в криптовалюту, плюс я сегодня делала пост в телеграм-канале, что встречался президент Аргентины, встречался с Бакеле, то есть с президентом Эль-Сальвадора, это, скорее всего, намекнет о том, что также пойдут они через legal tender, также сделают биткоин и криптовалюту легальной. У этих стран на самом деле нет другого выбора, то есть это их единственный шанс. И я вижу, что очень все довольны президентом Аргентины, что он действительно не просто там бла-бла-бла, как это случается, то есть как это мы уже стали считать нормой, когда кандидаты в президенты рассказывают красивые сказки, а по факту ничего не делают. Это то, что сейчас
происходит здесь, в Америке. То есть и один, и второй, два главных кандидата были президентами. И Трамп был президентом, про это все забыли, что он ничего не сделал, когда был на президентских, уже был на этом посту. И Байден тоже был президентом, но они начинают вот это вот все обещать, обещать и ничего не выполняют. По итогу для нас удивительно, что кто-то выполняет. Поэтому, естественно, это может спровоцировать. Да, конечно, это не даст такую ликвидность, но это спровоцирует все-таки в Аргентине, если примут биткоин, то это, конечно, спровоцирует рост. Почему? Потому что у них очень много идет обмена, как раз-таки из-за проблем с долларами, а теперь этот обмен может быть легальный, он может быть белый, возможно, какие-то банковские сервисы появятся вновь, ну, посмотрим. Значит, притоки в криптовый продукт на прошлой неделе, мы помним, притоки растут. Когда растут притоки, это очень хорошо. С момента кульминации коррекции и оттока из спотовых биткоин ETF в размере 500 миллионов долларов возобновились стабильные притоки в актив. Вот мы делали с вами обзор, и этот обзор был где-то в конце апреля, то есть в первых числах мая, и мы видим, что действительно на сегодня, на сейчас это был дип, то есть это было окончание коррекции. И мы это с вами на самом деле предвидели. Оттоки из Grayscale ETF прекратились, снизилось давление продаж. И кто вообще не понимает, как смотреть эти графики, я вам объясню. Красным это то, что ниже нуля, то есть это оттоки. А то, что выше нуля, это притоки. Казалось бы, вот я сейчас сказала эту очевидность, но на самом деле многие люди не разбираются, как смотреть эти графики. И вот у нас есть два главных игрока на сегодня, на сейчас. Они отстают от них Fidelity, и, возможно, даже Fidelity станет в один момент крупнее Grayscale, то есть это было бы логично очень, и ARK BTC, да, это ARK Invest. Так вот, все это время были оттоки у Grayscale, то есть они реализовывали свои позиции. И сейчас оттоки прекратились. Но мы уже видели сокращение этих оттоков и дальнейшее увеличение. Посмотрим в этот раз. Сейчас практически нет оттоков. Практически нет оттоков, но и практически нет притоков. Видите, они очень-очень мало покупают. Далее мы видим, что из-за того, что оттоки у Grayscale прекратились, а притоки у BlackRock до сих пор повышаются, мы видим сравнение. Но, как я уже вам говорила, 100% BlackRock будет первый, и вряд ли вообще какой-то фонд, неважно, будет он в Гонконге, в Штатах или где-то еще, вряд ли BlackRock кто-то опередит. Они будут первые, они будут хедлайнерами, они будут задавать тренд, они будут делать главные манипуляции. Ничего мы с этим с вами не сделаем. Активы под управлением спотовых биткоин ETF вернулись к самому высокому уровню с марта 2024 года на отметку 58 миллиардов долларов. Что значит активы под управлением? Это как раз-таки активы под BlackRock. Вы помните, BlackRock, он предоставляет сервисы другим каким-то более мелким, то есть он дает кастодиальные услуги, то есть он предоставляет там хранение, перемещение. Ваш биткоин, если вы, например, не можете, вот вы компания, которая хочет хранить биткоин у себя в портфеле, вы его технически и легально не можете, например, хранить, и вы покупаете портфель, где содержится биткоин ETF у BlackRock, то есть BlackRock вам предоставляет по факту услуги кастодиального сервиса. Как только запустят Aladdin на ETF по биткоину, поверьте, это очень сильно изменит. То есть все доверяют BlackRock, и поэтому мы сейчас пришли к самому высокому уровню, начиная с марта. То есть мы сейчас на хаях. Это очень хорошо. SEC одобрил форму 19B4 на спотовый ETF, однако одобрение S1 лишь предстоит. Это то, про что мы уже с вами поговорили. Торги на эфире пока не начались, либо не начались, но мы уже получили одобрение. Все такие: вау, мы не ожидали эфир ETF, и что одобрят. Если честно, никто не ожидал. Не то, что никто не ожидал. Рынок давно это все заложил. И еще до того, как одобрили ETF, уже аналитики говорили, что вот ETF будут точно одобрены. Это называется approval odds. То есть шансы на одобрение были очень высокие на самом деле. И, естественно, это заложили в рынок. И я уже объяснила, почему будет эфир расти, даже в потенциале, в процентах он будет расти сильнее, чем биткоин. И мы тоже с вами видим здесь этот канал, вообще идеально, до сих пор очень сильно жалею. Про эфир поговорили. Рынок верит в скорый запуск ETF на эфир. Премии Grayscale Trust к базовым активу сократились с 12% до 1% за 2 дня. Еще раз, потому что scarcity creates demand. Дефицит
Ну, вы поняли, короче, да? Когда на рынке чего-то дефицит, цена всегда растет. И это нормально. То есть и премия тоже сокращается, потому что всем вдруг стало нужно. И здесь у нас вообще шикарнейшая аналитика. И большой вопрос к вам. На фоне позитива в отношении эфира наибольшую доходность принесли эфир, эфир-бета и сектор RVA. RVA – это Real World Asset. И когда были вопросы, адресованные мне, было где-то 3-4 вопроса по поводу RVA, и на самом деле это то, что вот прям будет стрелять, потому что это наконец-таки нашли применение вот всему вот этому вот трясущемуся, и будут теперь больше еще интегрироваться в традиционный мир финансов. Я до сих пор считаю, что когда крипта, она должна не сломать мир финансов, как у вас это в головах, а она должна reshape, то есть она должна изменить, докорректировать, оптимизировать, упростить, ускорить, вот все вот эти вот слова на «у», они должны отразиться в криптовалютном мире. И RVA можем сделать прям отдельный стрим. И мне будет полезно, ну, может, не стрим, а видео, мне будет полезно и вам. То есть, когда вы спрашиваете, какие будут стрелять активы, в какую сферу смотреть, какие альткоины, вот все, что касается RVA, будет стрелять. Далее мы смотрим, что это эфир, data services, мемкоины. До сих пор, ну, мемкоины растут, мне кажется, это отражение, в принципе, как бы человечества, почему растут мемкоины, тут даже не надо отвечать на этот вопрос. Принятие эфира ETF потенциально приведет к денежным потокам в 15-20 миллиардов базовый актив, что может вызвать рост эфира до 5 тысяч. На мой взгляд, если это случится, эфир может быть и 10 тысяч. А рост эфира и эфир-бета может стать началом альт-сезона. Это правда, но вот во вчерашнем видео я вам сказала это, так как для вас вы его не увидите, я вам повторю еще раз. Вам нужно смотреть на венчур. Венчур смотрит на экономику. То есть, если вы не хотите и не понимаете, может, хотите, но не понимаете, как работает экономика, как работает инфляция, макро-микро, смотрите на венчур, потому что всегда растет венчур, когда появляется в экономике какая-то стабильность. Появляется стабильность, хотя бы какое-то затишье. Появляется затишье, начинает расти венчур, с ростом венчура пойдет рост и крипты. Это очень взаимосвязанные вещи, и так как у нас есть наш DAO, это наш венчурный фонд, который мы делаем, вы можете с помощью криптовалюты инвестировать в Real World Assets, назовем это так, вы можете инвестировать в Web2, и, конечно же, это все очень взаимосвязано, и в этом очень сильно нужно разбираться. На сегодня это последний слайд, и я вам предлагаю перейти к вопросам. Я очень надеюсь не затянуть этот момент, потому что вопросов, как вы видите, аж 30. Ну, начнем с самого начала. Какие-то вопросы я отвечу быстро, какие-то вопросы я буду раскрывать. Тема у нас будет сегодня — это трейдинг, риск-менеджмент. И здесь я хотела сделать отдельное видео, но здесь я немного коснусь обучения. Сегодня биткоин скакнул на $1600 вверх за 2 минуты. Почему некоторые движения цены занимают месяц, день, а некоторые 1-5 минут? И кому это выгодно? И как мы можем эту информацию использовать? Спасибо. Когда я вижу, кому это выгодно, вот эту вот фразу, я имею в виду прям цитату, да, кому это выгодно, дает вам немножко, значит, где-то конспирологии в вашем сознании чуть больше, чем должно быть. Это нормально, когда мы верим в какие-то факты, которые не имеют доказательной базы. Я сама с собой борюсь, потому что, ну, не то, что я борюсь, я уже пришла к тому, что я верю только цифрам и фактам. Я не очень люблю всю эту конспирологическую тему. Почему? Потому что она очень красиво звучит для пустых голов, голов, у которых нет знаний, она туда хорошо ложится, как сказочки. Но фактов под этим нет. И пока нет фактов, мне нет смысла в это верить. И вы должны придерживаться. Это по поводу, кому это выгодно. Подумайте над своим, кого вы слушаете, кто вам навязывает мысль вот эту вот, кому это выгодно, кто говорит, это там какие-нибудь манипуляторы это так делают. Это вообще меня просто раньше трясло, сейчас я уже спокойно к этому отношусь, когда начинают говорить про манипуляторов, про кукловодов и так далее и тому подобное. Вы просто, и вы, и те, кого вы слушаете, те, кто вам эту мысль навязал, просто не разбираются в экономике на самом деле. Потому что это абсолютно для меня то же самое, когда говорят: сегодня пошел дождь. Значит, кому-то это выгодно. Кто-то сманипулировал дождем,
чтобы мы все остались дома, чтобы мы не выходили на улицу, а потом они наденут на нас маски, мы будем все время сидеть дома, а они хотят надеть на нас маски, потому что они хотят нам психологически закрыть рот. Ну вот примерно это из этой серии. Разбирайтесь в экономике, и вы поймете, кому это выгодно. Уже про это поговорили, есть полно информации в интернете, и кому это выгодно, нужно просто почитать. И вы, там все ответы есть. Так вот, почему скачет биткоин когда-то на 10%? Во-первых, самое последнее, что вы должны делать, это измерять движение в долларах, потому что сегодня 1600 долларов – это 2%, 2 года назад 1600 долларов – это было 30%. Поэтому первая ошибка ваша – вы должны все измерять в процентах. Пока вы этому не научитесь, ничего хорошего из этого не будет. А во-вторых, просто все зависит от ликвидности. Здесь вам нужно учить, как работает ликвидность, как работает волатильность. Без этого вы не поймете. Все ответы на это есть. Что делать в крипте, если прям нет денег? А надо хоть какой-то ежемесячный доход, хоть 100 долларов. Все эти аирдропы, тестнеты не выходят или, может, что-то не то делаю. Может, есть какие-то менее рисковые стратегии, а то деньги отложенные заканчиваются потихоньку. Если можно, дайте ответ именно насчет крипты. На работу куда-то идти офлайн не вариант по определенным причинам. А если у вас действительно есть какие-то причины не идти на работу офлайн, окей, тогда отталкиваемся от этого. Во-первых, есть полно работы онлайн, которые не связаны с криптовалютой. А делать деньги в трейдинге очень сложно. Почему? Потому что это занимает какое-то время. Вот у меня это заняло 8 лет, прежде чем я научилась. И на самом деле время проходит так быстро, еще 2 года, и я буду отмечать десятилетие, как я торгую криптовалютой. Фьючерсами, я имею в виду там форекс, золото, крипта. Есть очень много работы онлайн, то есть надо все равно зарабатывать какие-то деньги в более прогнозируемом бизнесе, это не обязательно куда-то ходить, вы можете сидеть дома и делать это, и при этом одновременно учиться трейдингу. Ну, так по-другому никак не получится, потому что иначе все равно в трейдинге есть моменты, когда вы теряете депозиты, у каждого есть свой слив депозита, это абсолютно нормально. Далее, если бы я училась трейдингу, я бы училась трейдингу не на крипте, а я бы брала бы более традиционные инструменты просто для того, чтобы почувствовать и для того, чтобы понять вообще, как работает волатильность, как работает ликвидность, потому что это очень взаимосвязанные инструменты. И так как биткоин до сих пор не ликвидный актив, давайте я буду говорить про биткоин, но я имею в виду всю крипту. Биткоин до сих пор не ликвидный актив, там плохо работает ТА, и вы, если вы учитесь только на криптовалюте, вы все вот это вот не-не-не-не-не-не-не воспринимаете как норму, а это не норма. И по итогу вы уже начинаете учиться от этой ненормально, от этой ненормы, и когда рынок нормализуется, а он нормализуется через какое-то время, стабилизируется, когда осядет какое-то количество объемов, оно распределится, рынок будет похож на нормальный, а вы его торговать не сможете, потому что вы не знаете, как нормально работает волатильность. И получается, вы здесь плохо поторговали в этом периоде жизни, и когда через 5 лет у вас опять не получается торговать, потому что вы не умеете работать с волатильностью и ликвидностью. Надо, хотите учиться криптой, вам никто не запрещает, но возьмите еще какие-то инструменты, хотя бы просто учитесь их анализировать. Возьмите что-то с Форекса, возьмите что-то с американского традиционного рынка, то есть наберите разных инструментов, нефти, S&P 500, хотя бы просто смотрите графики, строите технический анализ, вам нужно понять, как это все работает. Вот, что делать в крипте, если прям нет денег? Ну, это очень огромное заблуждение, что если вы прям пришли в крипту, вы на ней сразу начнете зарабатывать, окей, вы, возможно, начнете это делать, потому что вы сейчас пришли на восходящем тренде, у вас получится это все делать, но когда тренд закончится, я вам гарантию даю, что вы все сольете, потому что вы не знаете, как делаются развороты. Поэтому вам нужно просто брать и учиться, но я бы посоветовала иметь какой-то дополнительный доход, который будет приносить, потому что эмоционально вас будет очень сильно сковывать, потому что вам надо жить на что-то, да, то есть вам нужно оплачивать себе что-то, квартиру, еду, какие-то минимальные потребности. Крипта нет гарантии, что будет этого давать, и нет гарантии вообще, что вы научитесь торговать, что ваш конкретная вот ваша структура личности подойдет для торгов. Гарантии нет, вы сами этого не знаете. Я тоже этого, например, не знала, что вот я подойду для трейдинга только. То есть и мне пришлось даже себя где-то ломать, переламывать, быть супердисциплинированной, и в жизни это все отразилось, потому что трейдинг вообще, он очень скучный, и мне кажется, что и в жизни я уже стала такая же скучной из-за этого трейдинга. Непонятно, то есть ушла вот эта легкость какая-то, и я
тоже связывают это с трейдингом, потому что вы не можете быть таким веселым, легким в трейдинге, уху, там, да, или наоборот, то есть так или иначе профессия влияет, там, вы там в жизни такой легкий, веселый, там, озорной такой, за любую тусовку, движ, не спать до 6 утра, весь такой легкий на подъем, а потом вы открываете компьютер и такой, ну, теперь я супердисциплинированный Василий, и начинаете там писать все в своем дневничке, записывать каждую сделочку, здесь вымерять, здесь бэктестить. Я такого не видела, и я не верю, что такое бывает, потому что вы не можете, у вас биполярное расстройство может быть только в вашем воображении, по факту его нет. Вот, поэтому это все меняется, это все трансформируется в вашей личности, и это все занимает время. Я к этому сейчас это говорю. Это все занимает время, и если у вас этого времени не будет, вы очень будете давить на себя, еще раз, потому что вам нужен будет какой-то минимальный доход, а вот это вот давление на себя, вы не будете давать время, и вы так и не поймете, что вообще на финансовых рынках происходит. Поэтому это единственный шанс иметь какую-то работу, с этой работы выделять, там, торговать просто на бумаге, там, не знаю, полгода, год, неважно, а потом начинать какие-то деньги добавлять, но должна быть какая-то работа. Я, кстати, наверное, и не припомню, помню, чтобы, потому что люди, бывает такое, что люди преуспевают в трейдинге намного быстрее, чем я. У меня были такие примеры, когда люди уже через полгода начинают зарабатывать, но они уже как будто пришли с деньгами, либо они имеют другую работу. Там был, то есть, либо один, либо второй вариант. Так, если при просадке первоначального депозита на фьючерсах при риск-менеджменте 1%, стоп-лосс на сделку нужно считать от первоначального депозита, либо от текущего, если он слит там на 5%. Но здесь на самом деле очень прикольно, как бы вы сами себе противоречите. То есть если у вас стоп-лосс 1%, это значит, что слит у вас должен быть депозит тоже на 1%. А здесь просто получается, вы не 1% ставите, а 5%. Тут вам в голове надо разобраться. Типа, например, ты начал с $1000, у тебя сейчас $950, то стоп-лосс должен быть 10 или 9,5? Ответ номер один. Стоп-лосс должен быть 9,5. Вы всегда считаете от текущего депозита. Будет еще один вопрос про конкретно мой торговый депозит. Наверное, я его вставила. Если нет, я так на него попозже отвечу. Но вы всегда считаете от текущего депозита. Ну и вам я советую разобраться. Все-таки у вас стоп-лосс 1%, либо 5%. Вот. Далее, почему одни альткоины взлетели, а другие как атом сравнительно сидят на месте? Вопрос даже больше в том, как узнать заранее, что будет взлетать, а что позже. Взять Пеппа или Атом? Один, первый, то есть шлак, который, как все говорят, должен взлететь позже всех. Второй – это действительно продукт, который развивается. Но вопреки всей логике мы видим, что хорошие проекты стоят на месте. Мне кажется, что должна быть какая-то зацепка, благодаря которой мы можем узнавать заранее полет той или иной монеты. Но не верится мне, что все сводится к обычной рекламе и хайпу, ведь мы играем не в рулетку. Много текста написал и то, как выявить продукты, что взлетят первыми, а кто вторыми. Ну, во-первых, вы никогда это не выявите. И не надо себе такую иллюзию питать, что есть какой-то инструмент, который вам поможет это сделать. Но такого не бывает. Нет какого-то плана взлета у альткоинов. Почему взлетают? Вы на самом деле сами ответили на вопрос, но я вам продублирую ваш же ответ. Неужели все сводится к обычной рекламе или хайпу? Да, все сводится к обычной рекламе и хайпу. Все очень просто. У ПП рекламы и хайп под этим ничего нет, а у Атома там реальная разработка. И непонятно мне, почему самой нельзя совместить хороший продукт и хорошую рекламу. Так или иначе, у всех продуктов есть это одна и та же проблема. Так как мы инвестируем с DAO, я постоянно общаюсь с проектами, мы там видим проекты, инвесторов, кто делает, кто зануда, кто безответственный, кто суперответственный. И всегда вот это то есть это чудо, когда встречаются. Там, ладно, один фаундер, который и маркетинг делать классно умеет, и продукты типа Илона Маска, таких же не существует много, там их единицы. Или хорошо, когда встречаются два фаундера. Один умеет делать суперклассный маркетинг, а другой умеет делать, например, очень классный продукт. Вот мне сейчас даже не приходит на ум, какой вам проект назвать вот такой вот идеальный. Но почему-то либо делают классный продукт как Атом,
И ребята сконцентрированы на разработке, они хотят заделиверить, они что-то пилят, они там делают смарт-контракты, не знаю, там потом проводят встречи с инвесторами, рейзят фонды. То есть у них какая-то глобальная, далекая цель, к которой они идут. И как будто они считают, что маркетинг не важен. А маркетинг сейчас это номер один. То есть вот проекты с хорошей базой, с хорошей идеей вечно страдают из-за маркетинга. А вот такое говно типа мемкоинов, там люди не думают о продукте. Они не думают, что даст их продукт. Они просто кайфуют, творческие люди, зарабатывают на этом, шилят это везде, сами понимая, что это какие-то короткие деньги, из которых, возможно, они сделают длинные деньги. Это абсолютно разные. Сама не знаю, почему у проектов так. Ну, кстати, может быть, вы мне приведете в пример проект, где и маркетинг классный, и разработка. Там, например, даже Solana, у нее хорошая разработка, но чтобы прям какой-то маркетинг, ну, это сага, ну, ждем этот телефон, уже не дождемся. Предзаказ аж там до 2025 года. Эфир, Виталик этот вечно ездит по конференциям. Ну, эфир уже говорит сам за себя. То есть нам не нужно делать маркетинг хороший. Ну, наверное, что-то там получается у Тона, да? То есть, ну, вот это мое такое. То есть они и по маркетингу стараются. Но у них есть база хорошая. Потому что что бы делал сам Тон, если бы Дуров там не сказал, то есть, ну, понятно, что это все одна компания, то есть у них как бы была база для этого маркетинга, то есть они уже очень логично там строили проект, получили, сделали этот токен на базе Телеграма. Если бы не было Телеграма, где бы сейчас был Тон, да, то есть они чтобы там пошли баннеры делать, это было бы очень сложно. Вот, так что вы ответили сами на свой вопрос. Сколько нужно выделять от всего капитала на споты фьючерсы? 50 на 50 или это зависит от депозита? Если не секрет, как вы это делаете? Вот, кстати, это тот вопрос, про который я говорила ранее, что сообщу попозже. Ну, смотрите, у вас всегда должны быть весы. Здесь фьючерсы, здесь спот. То есть, когда вы только начинаете, спота должно быть больше, фьючерсов должно быть меньше. То есть, на фьючерсах вы учитесь. Единицы торгуют фьючерсами, умеют торговать фьючерсами. А в пространстве Ютуба среди инфлюенсеров хотя бы у кого такое количество подписчиков я так и не встретила. То есть до сих пор никто не умеет торговать. Это, кстати, как мемкоин. О, вот, отличная, вообще идеальная просто параллель. Вот я, например, все время, вот почему одни растут, другие не растут. Вот такой же вам ответ из реальной жизни. Все это время, все 8 лет я училась торговать, я концентрировалась на обучении. Я училась, развивалась, какие-то вещи вам рассказывала, что-то тестировала, меня не получалось. То есть я была сконцентрирована на продукте трейдинг. И мой канал, он так и не вырос до 100 тысяч очень быстро. Прошло 8 лет, а 100 тысяч подписчиков у меня так и нет. И я вроде бы и стримы делаю, и вроде бы и обучение какое-то популярное провожу, и нет такого ресурса информации, как у меня есть на канале в плане трейдинга, да, то есть там не в плане инвестиций. Никто так и не разобрался, ни у кого нет такой базы знаний, как у меня, чтобы был такой громкий голос. Ну вот я этих 100 тысяч набрать не могу. У меня там 3 жалких лайка, вам даже людям лень потратить время, чтобы поставить мне лайк, там, написать комментарий, задать какой-то вопрос. С другой стороны, есть люди, которые запустили там блоги в 19-м, в 20-м году, и у них уже там по 100 тысяч, по 200 тысяч, по 500 тысяч подписчиков, хотя они начали на 5 лет позже, чем я. Потому что они не занимаются, как я, продуктом трейдинг, они просто бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот так на поверхности, там что-то интервью какие-то, там кого-то зовут, таких же неудачников, как они, и начинается, вот они как мемкоины, растут как грибы. Вот эти правила, видите, а у меня не получается. И маркетинг делать крутой, своего же, себя же получается, и над продуктом. То есть я вот как только
развилась над продуктом, я только сейчас эту хватку в последний год отпустила по поводу трейдинга, дала себе больше быть там в каком-то расслабленном состоянии, заниматься чем-то другим, там, пойти в университет учиться, потому что все это время, я не знаю, почему так работает. Вот блогеры, которые мемкоины, и они успешнее, чем я, хотя у них нет такого крутого продукта, и вы и не узнаете, да, кто выстрелит, кто не выстрелит. Вот такие вот дела. По поводу фьючерсов, у меня, например, сейчас такая ситуация, что у меня есть определенный депозит на Bybit, я торгую с плечом только на Bybit, это ничего не значит, конечно же, регистрируйтесь по моей реферальной ссылке, то есть нет какого-то там Bybit, как, ну, для меня сейчас это самая удобная биржа для торгов, то есть именно для торгов с плечом. Вот, и я не получаю никаких инсентивов, там мне не платит сама биржа Bybit ничего за рекламу, я только получаю комиссию, когда вы платите комиссию, там с реферальной ссылки, ну, на самом деле там 3 копейки. Вот, а вот у меня есть на Bybit, и даже у Bybit есть проблемы с задержками, когда есть большие движения волатильные. Мне кажется, даже у Binance есть, вот я не знаю, просто мне не нравятся фьючерсы на Binance, вот как это все выглядит, это все неудобно, и OKX тоже классно, но там мне тоже не нравится. В общем, вот сейчас пока так, у меня есть определенный депозит и определенная сумма. Где-то раз в год, раз в два года я эту сумму повышаю, не знаю, например, там взять там $500, через год я уже $1000 заработанных, там через два, у меня все равно трекшн идет наверх. То есть с годами у меня идет вот так, если смотреть, но в общей сложности двигаюсь я наверх. То есть у меня всегда каждый год больше капитала, чем в предыдущий год. И у меня есть депозит, я его постоянно увеличиваю и сконцентрирована только на этом депозите. И что происходит? То есть я всегда отталкиваю все риски от этого депозита. Если мой депозит растет, то есть, не знаю, условно там $100,000, стало там за сделку $110,000, я как бы собираю урожай. Я эти 10 тысяч с этого депозита забираю, я не оставляю. То есть что-то я сразу вывожу себе на карту, для меня это обязательно, иначе для меня просто трейдинг не работает, когда я не могу это потратить. То есть мне надо потратить или там что-то купить, или куда-то там, не знаю, заплатить за что-то. Вот. Но мне надо обязательно, чтобы деньги с трейдинга были для меня применимы в реальной жизни. Очень много лет я ничего практически с трейдинга и не выводила. То есть это были какие-то другие ресурсы доходов. То есть я собирала свой депозит долгие годы. И мне было сложно, потому что я не понимала. Это все как будто какая-то игра, на которую я трачу очень много времени, но мне не дает никакого это результата в жизни. Да? То есть вот я собираю, там, например, 5 тысяч. Это всегда очень разные проценты, нет какого-то определенного правила. 5 тысяч я там вывожусь на карту, 5 тысяч я думаю, что делать дальше. Скорее всего, я куда-то это проинвестирую, куплю, например, на что-то биткоин, куплю здесь эфир. То есть вот такая вот примерно ситуация. Если же случается обратная ситуация, и у меня стало не 110 тысяч там, а 90 тысяч, то есть я потеряла эти 90, ну вы должны понимать, что у меня может быть и 2, и 3 стопа подряд. А раньше было и по 7 стопов, сейчас максимум 2 стопа, и потом я как-то включаюсь в правильное направление. И у меня там не 100 тысяч, а 50 тысяч, например, стало. Я ничего не вывожу с этого портфеля до тех пор, пока я его не восстановлю. То есть я работаю только на восстановление. Когда восстановлю его до 100 тысяч, и начинаю свыше там со 100 тысяч, допустим, что-то забирать, да. В конце года я там... Ну, я вам говорю, в круглых цифрах я стараюсь свой портфель, кстати, тоже приводить к круглым цифрам. В конце года я там добавляю, допустим, я понимаю, что вот я смотрю свою статистику за год, я понимаю, что это хорошо, стратегия в этом году отработала, я могу добавить вот столько, да, в этот портфель. И уже я понимаю, что если я добавляю в портфель, у меня увеличиваются риски, но увеличивается потенциальный и прибыль потенциально увеличивается. Вот, поэтому если вниз идет, я работаю над восстановлением депозита, если идет вверх, я просто это все снимаю. Для меня лично это оказалась самая удобная стратегия, которую я первый раз рассказала в 2020 году, и я даже поверить не могу, что прошло уже 4,5 года от момента, когда я рассказала это на трансерфинге, и я же сама стала потом этим пользоваться. То есть это вот я так подумала, как бы мне было удобно,
Я про это рассказала, многим людям не зашло, а мне зашло, мне классно с этим, мне очень комфортно, то есть то, что у меня есть какая-то там определенность. Конечно, я страдаю тоже от того, что мне кажется, что и я недостаточно на трейдинге зарабатываю, и здесь нужны риски повысить, чтобы уже котлета была так котлета. Ну, как-то вот мне дает еще это возможность развиваться, строить технологии, учиться, жить, то есть а не жить ради трейдинга. Вот такие вот дела. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Здравствуйте. По вашему мнению, где происходит... А, вот хотела что сказать. На Ютубе есть бесплатный абсолютно курс «Трансерфинг реальности». Вы можете его посмотреть все, но мы еще к этому вернемся вопросу. Здравствуйте. По вашему мнению, где происходят основные манипуляции с инструментом, на споте или фьючерсах? Очень параллельно происходят манипуляции, нельзя сказать, то есть потому что, ну, во-первых, это в первую очередь манипуляции, мы говорим про фьючерсами, но, скорее всего, для институционалов они не называют это манипуляциями, они называют это хеджированием. Вот, и они могут делать какую-то позицию по споту и потом хеджировать фьючерсами. Но если вот то, что вы имеете в виду, я как бы понимаю, что вы имеете в виду, то это идет речь о фьючерсах. Если то, что вы имеете в виду. Здравствуйте, здравая ли ваша мысль взять токен ТВТ с 5-10 плечом по цене примерно 0.91 и оставить данную сделку по буллрану, потенциал риск прибыли очень хорош получается, данный токен очень хорош на протяжении всей... Заранее спасибо. Вообще плохая идея, вы сейчас... Что хотите сделать, что хотят, то же самое, что хотят сделать 99% людей, которые приходят в рынок. У них есть $100, как происходит мышление, я тоже понимаю, есть $100, они понимают, что есть какая-то монета, которая, возможно, вырастет, они хотят в эту монету тоже проинвестировать эти $100, но они понимают, что когда будет по $5, или там, неважно, поскольку по итогу я заработаю только $50, потому что у меня всего $100. Не так-то и много. И что я хочу сделать? А я хочу пойти и взять на это еще кредитные деньги. И делают так. Институциональные инвесторы все растут на чужих кредитных деньгах. Но плохая новость для вас, то, что они знают, что они делают, а вы, скорее всего, нет. И вы не учитываете такой момент, что вас ликвидируют. То есть вы хотите потрейдить с инвестиционным потенциалом. Я к этому пришла через 8 лет. Я тоже, вот получается, как бы делаю то же самое. То есть я захожу в сделку, сижу в ней в лонгах, и как будто она долго так растет, как будто на протяжении месяца она растет, и я уже тоже как будто делаю это то же самое. Но мне 8 лет на это потребовалось, и я знаю, где я закроюсь. Если что, знаете, вопрос, закроетесь, знаете ли вы, где вы закроетесь? Какое ваше убеждение относительно роботизированной торговли? Используете ли вы робота? Если да, какого? Я никаких роботов не использую. Я торгую только руками. Наверное, надо было бы уже написать себе каких-то роботов, но мне просто нет на это времени. Я никогда особо там не любительница была роботов, хотя я все это очень много пробовала. У меня был Hasbot такой. Это робот алгоритмической торговли, который ты настраиваешь под себя. Но тут есть несколько нюансов. Во-первых, чтобы настраивать ботов под себя, вы должны уже уметь торговать. Иначе как вы настроите то, что вы не знаете, как работает? Во-вторых, когда кто-то для вас настраивает какого-то робота, вы тоже должны понимать, что этот человек знает, что он делает. Как правило, люди, которые настраивают ботиков, они где-то что-то подслушали, подсмотрели, и это все работает на восходящем тренде, и работает все недолго. А в нисходящем тренде любые алгоритмы начинают сливаться. Вот, то есть, а если действительно кто-то создал классный алгоритм, он не пойдет это людям продавать, он пойдет это продавать каким-нибудь проектом, потому что он знает, что он написал классную вещь. То есть вы не хотите за 3 копейки, если вы там какое-то открытие сделали. Вот. То, что продают вам, то, что продают ритейлу, то, что продают людям, это обычно просто вот такое среднесортное название роботов, не знаю, написано либо на Pinescript, либо на каком-то питоне, вот, и оно не будет работать. Поэтому убеждение у меня очень негативное относительно роботов. Роботы хорошо, хорошо, если они вашу торговлю автоматизируют, хорошо, если у вас уже есть опыт, вы умеете этим пользоваться, либо там они не автоматизируют полную вашу торговлю, но они делают какую-то полуавтоматизацию, но совсем... Плохо для вас, если вы хотите просто пассивно на этом зарабатывать, вы 100% сольете.
Планируешь ли ты вести аккаунт для копи-трейдинга? Таких вопросов очень много. Нет, не планирую и не хотела бы, чтобы меня жизнь заставила, потому что мои амбиции... Я понимаю, что люди этого могут не понимать и не осознавать. Например, там, зачем тебе вообще что-то делать? Вот ты торгуешь, заведи аккаунт там на копи-трейдинге. Кто-то думает, да, она просто торговать не умеет, поэтому боится заводить аккаунт для копи-трейдинга. А кто-то думает, ну, а зачем вообще завела аккаунт для копи-трейдинга и торгую себе. У меня просто очень сильные амбиции, и трейдинга для меня мало с точки зрения жизненных удовольствий, то, что приносит мне удовольствие. То есть трейдинг этим амбициям не ответил, и мне нужно что-то большее, чем есть я, чем есть трейдинг. Если бы этих всех амбиций не было, то, скорее всего, я бы так и сделала. Я бы просто набрала там 10-20 человек, торговала бы то, что я и делала в 2020 году, но мне не было необходимости делать прям копи-трейдинг. Я, наверное, даже и не пробовала никогда. Еще в году 18-м, когда я не так много торговала, получился человек, пришел в нашу жизнь, у которого было много денег, и он дал депозит, и я этим депозитом управляла до конца, наверное, 20-го, почти-то до конца 20-го года. У меня не было необходимости брать деньги у аудитории никогда. Вот. Поэтому нет, не планирую. Добрый день, кто, по-вашему, кроме вас, дает такое же классное обучение аналитику криптомира? По поводу аналитика криптомира из прям вот, чтобы прям на русском говорили, не знаю, что вам сказать, вот честно не знаю, кто вообще что сейчас говорит, потому что никого вообще не смотрели. А кто, по моему мнению, дает такое же классное обучение, как я? Никто. Не нашла я такого же классного обучения, как у меня. Сама я училась очень много, покупала очень много обучений, и я, если честно, даже не знаю, эти люди сейчас учат или не учат, потому что это было, ну, минимум там 3 года назад. Последний раз я вот прям покупала у кого-то обучение по трейдингу. И то не было такого, и с моим то же самое должно быть. У меня не было такого, что я там посмотрела обучение, взяла конкретно вот эту информацию, которую я узнала, и полностью ее применяю. У меня такого не было. То есть я посмотрела и подумала, блин, класс, вот здесь ты круто очень догадался это сделать, я возьму конкретно у тебя вот эту часть, то есть у этого кусочек, у этого кусочек, у этого кусочек, и все равно лепила что-то, потому что если человек понимает, что он делает сейчас, это не значит, что поймете и вы это же, и будете также там следовать его стратегии. Это абсолютно не факт. То есть, поэтому у меня сработало так. Я вот здесь, здесь, здесь. То есть, я как бы самоучка, но не до всех знаний я доходила сама. То есть до чего-то я дошла сама, что-то я почитала, что-то я увидела. Но сложно назвать этих людей блогерами, потому что то, которое вот обучение я считаю ценным, там людей блогерами не назовешь, потому что у них там 2-3 тысячи подписчиков, допустим, это что, блогеры? Вот. Ну, маленькая очень аудитория. Но у них были реально какие-то классные ресурсы, опять возвращаясь к тому, что делает кто-то классное что-то, у него всегда мало будет подписчиков. У пиздоболов у них будет всегда по 1 000 000 подписчиков. Закон природы, то же самое с мемкоинами. Вот, и у меня, скорее всего, вы когда поучитесь, это будет точно так же, вы возьмете что-то, потому что это очень много, и это все у меня в голове, там, всем я этим пользуюсь, те либо иные моменты. Это не значит, что всем сразу я пользуюсь то, что я знаю. Нет, в этой ситуации я вот эту стратегию применю, в этой ситуации вот эту стратегию применю. И поэтому и у меня тоже, скорее всего, вы так поучитесь. Хорошо, если вы поймете там 5-10% сразу и возьмете это и адаптируете. Поэтому, ну, пока никого не знаю. Ну, не знаю, есть ли смысл, там, скажу это, пишите в комментариях, кого вы сейчас знаете с классным обучением. Нет никого, я не нашла никого. Возможно, последний год-полтора я и не искала, чтобы вам сказать, о, вот он очень классное что-то говорит. А еще есть такой вариант, что некоторые обучения, которые мне тогда казались важными и интересными, типа там Герчика, я не знаю, у кого вот у всего вот это вот там Линда Рашки, Герчик, Эллиот, вот этот, как его зовут, доктор Элдер, вот это вот, мне когда-то 8 лет казалось, что это какие-то знания, и скорее всего это все тоже дало мне, что-то, что сделало меня мной, правильно? То есть тоже какие-то ценные советы мне это все дало, но сейчас для меня вот то, что они рассказывают, абсолютно не работают. Не знаю даже и не верю, что они на этом зарабатывают, на крипте.
Возможно, там в их традиционном рынке какие-то стандартные классические паттерны где-то еще работают, но я не верю, что... То есть, когда там Герчик рассказывает, что вот там он там... Может, он когда-то еще в крипту, я видела его пару интервью, там хотел зайти. Не верю, что вот то, что он учит, то, что он делает, работает в крипте. На традиционном рынке может. Поэтому тут как бы тоже нужно не только учиться, а еще и актуальность знаний применять и проверять, и уметь выявлять эффективность этих знаний на том рынке, на котором вы торгуете. Я особо никогда не торговала традиционный рынок, мне хотелось всегда, и у меня это такой незакрытый гештальт, потому что все всегда говорили, кто меня знает, что у меня на акциях получится зарабатывать очень хорошие деньги. И я тоже чувствую, что если бы я вот после всей этой базы знаний, что у меня есть, я пошла бы торговать только на акции, убрала бы блок, убрала бы любые там дауш-мау, там вообще все, и только бы торговала акциями, мне кажется, я разбогатела бы очень быстро. Но мне не нравится вот почему-то. Но еще раз, это мой незакрытый гештальт поторговать что-нибудь такое, ETF именно поторговать, какие-то real world assets, опять видите, какие-то активы типа там нефти. Я торговала нефть на Форексе, я торговала весь Форекс, и я очень рада, что у меня был этот опыт, то есть что я смогла поторговать Форекс. Вот, сейчас остановилась на крипте, и поэтому также много вопросов, актуальны ли мои интенсивы, которые в 2022 году были записаны, актуальны ли они сейчас. Я вам так скажу, до актуальности, еще вот до той информации, которая актуальна в том варианте, в котором вы ее тогда слышали, крипторынку еще развиваться, развиваться и развиваться. Я с этого начинала. Я начала с нормальных рынков. Мне хватило ума не застрять на крипте. Когда я пришла в крипту, я начала там торговать, и я сразу практически пошла во фьючерсы. И это, кстати, вот мне Герчик посоветовал в году 18-м, наверное, типа, иди на фьючерсы. Такой добрый дядька мне казался тогда. А такой злобный оказался. Вот, значит, я начала торговать фьючерсы, очень быстро начала сливать. Практически свой первый депозит я слила моментально. И я пошла на Форекс. Торговала Форекс, торговала крипту. Форекс, конечно, торговать намного интереснее, чем крипту, потому что она более ликвидна. Вы любите крипту сейчас, и вам кажется, как так, надо торговать крипту, просто сейчас тренд восходящий. Поверьте, когда нисходящий тренд, Форекс торговать интереснее. Оно более предсказуемый, там тоже есть свои фишки. И вот почему мои знания до сих пор считаются актуальными, потому что я их взяла из реального мира, из реального ликвидного рынка, и адаптировала под криптовалюту, а не криптовалюту потом уже адаптировала. А крипта придет вот к этой норме, и она сейчас идет к классическому варианту, а я этот классический вариант вам даю. Поэтому это всегда будет актуально, актуально будет еще очень долго. Да, какие-то паттерны постоянно меняются, что-то там я уже узнала новое за эти там 2 года, что-то постоянно меняется, но оно не то, что меняется, оно видоизменяется. Тут очень важна вот эта вот приставка видоизменяется, да, то есть она преобразуется во что-то новое. Когда-то голова, плечи будет появляться, когда-то не будет появляться, ну вот так. Знаний в голове у меня, правда, очень много, потому что все эти годы я занималась трейдингом. Поэтому все это актуально. Мне как попасть вообще на интенсивы, провожу ли я обучение? Я просто это не сильно рекламирую. Почему? Потому что меня сравнивали с инфо-цыганкой сразу. Я как бы все вот там в какое-то время продавали курсы, и я как бы тоже, а мне не хотелось бы себя ассоциировать с людьми, рядом стоять с людьми, у которых даже 5% нет знаний, которые есть у меня, то есть, да, так вот получилось, что там, ой, многие очень говорят, там, типа, тренер не может сам играть, это вообще такой бред, я так ненавижу, когда говорят какими-то шаблонами, каким-то тренер не может обучать, или там тренер может только обучать, но сам не умеет играть, это я вообще вот эти вот все клише не люблю, я могу и обучать, и обучаться,
и еще и применять это на практике. Значит, это еще кто-то может помимо меня. Вот, есть в описании телеграм-канала и также в описании под этим видео есть бот. В этот бот переходите. Сейчас там все по SaaS-подписке, то есть там есть 5 интенсивов. Вы выбираете, какой вы хотите, либо выбираете все 5, и у вас есть месяц. Вы можете там взять, мне кажется, это стоит $249, то есть это 3 копейки за то, что я вам даю, и от того, что это обучение особо не пользуется популярностью, и, ну, я понимаю, что все идут покупать мемкоинов, то есть все просто идут съедать информацию более простую, более понятную, другими людьми какими-то, да, то есть не пользуется это популярностью, не, потому что не вопрос в цене, это небольшие деньги, все могут себе это позволить, накопить, и вот за целый месяц успеете посмотреть все 5 интенсивов, смотрите на здоровье, пересматривайте, не успеете, вы можете продлить, например, потому что такие вещи, как трейдинг, они не могут быть простыми, и любые большие деньги тоже не могут быть простыми, все равно в них есть какая-то сложность. Как выработать терпение и покупать актив в конце коррекции, а не в середине, и переждать большую просадку. Для этого у вас должна быть практика и просто знание финансовых рынков. Если вы знаете финансовые рынки, если вы понимаете, как работает рынок, вы понимаете первые признаки окончания коррекции. И вот я, например, для себя понимаю, что вот такие-то разворотные паттерны, они происходят обычно в окончании коррекции. То есть я не говорю, что это 100% окончание, но я захожу, потому что я думаю, что появились первые признаки этого окончания, то есть, да, но после этого цена может развернуться, и я еще, например, усреднюсь, либо закроюсь по стоп-лоссу, а здесь вообще не про терпение, то есть вы очень сильно ошибаетесь, думая, что это просто терпение, здесь у вас просто обычное незнание, а знание даст терпение. Как относитесь к теории Эллиота и используете ли ее? Я никогда не использую теорию Эллиота. Я вообще к ней очень отношусь скептически, потому что это как законы природы. То есть природа циклами у нас развивается. Есть зима, лето. И вот для меня то же самое теория волны Эллиота. Я помню, как-то смотрела блогера одного, и у него... Диму Солодина, вот как его звали. Вообще, я как бы уже подумала, что-то я раньше не называла ничьи имена, а сейчас я называю. Смотрела Диму Солодина. Вот когда-то у меня была большая просадка, очень в 2020 году. Я была в такой, ну, мы не будем говорить депрессия, потому что, ну, это такое очень условное, мы сами выбираем состояние, в котором находиться. А это было такое... подавленное очень для меня состояние, потому что это были не мои деньги, это был депозит под управлением, и очень была большая сумма, и она была из-за тильта, а не потому что я что-то не знала, она была просто по глупости, и я потом заболела ковидом, и лежу я такая дома одна, страдаю, мне казалось, все, просто жизнь закончилась, клянусь, вот мне так казалось, что все, это я что дальше жить не смогу, вот счастливой какой-то полноценной жизнью. Настолько меня это убило, и попался, и я искала ролики тогда, и попался мне Дима Солодин, который рассказывал, как он потерял там или миллион, или $2, мне тоже это очень сильно откликнулось тогда, потому что сумма была большая, я его слушала, потом начала его смотреть, и вот к чему, он большой любитель теории Эллиота. И также уже много лет я его там, не знаю, чем он сейчас занимается, людям он очень нравился тогда, и нравится, наверное, до сих пор, но у него... и в теории Эллиота, и как парень очень приятный, как бы, и честный, как будто, да, как будто искренне честный, что ближе ко мне, к моему типажу, но он все время подкладывает факты под результат, то есть вот он смотрит эту теорию, говорит, это, наверное, волна А, там, или это волна А, или это волна Б, а потом это все идет не как он говорил, ну, волна просто А продолжилась, поэтому для меня эта теория Эллиота, мне она конкретно не подходит, потому что вот эти общие common facts, общее знание, понимание природы не дают мне точек входа в трейдинге. Изучала ТА, торгую больше убытка. Как начать получать прибыль? Что изучить дополнительно? Не понимаю, что еще необходимо и от чего отказаться. Очень хочу в этом развиваться. Очень хотите развиваться, развивайтесь. Мне очень сложно сказать, что вам необходимо или что вам еще подучить, потому что я вас не знаю, что вы знаете уже, да, там торгую, изучала торга, что у вас больше убытков. Но это нормально. Работать над стратегией. Еще об этом поговорю.
даже не понимаю, уже закончатся эти вопросы или нет. Интересно, досмотрел ли кто-нибудь до этого момента. Что может помочь меньше опираться на эмоции при принятии решений? Что я могу сделать, чтобы развить самоконтроль? Что вы можете сделать? Опыт разовьет самоконтроль. Первое – это, опять же, это все мое мнение. Первое – это стресс. Стресс будет развивать ваш самоконтроль. Если вы теряете много и получаете от этого удовольствие, от этого стресса, значит, у вас немножко есть какого-то садизма к себе. Вот любите вы такую боль себе причинять, и вы будете еще раз, знаете, вы больно положили руку в капкан, капкан вас ударил, и вам было очень больно, но потом вы получили что-то такое оргазмическое, да, то есть, и вы как бы идете, и вроде не намеренно, и снова хотите повторить эту боль, и идете в этот капкан. В трейдинге случается это очень часто, потому что трейдинг как раз-таки, я не знаю насчет других сфер, но трейдинг, может быть, вы знаете эти сферы, но трейдинг очень сильно развивает ваши все темные стороны, то есть вот кто вы на самом деле, какой, вообще трейдинг как личность вас показывает, вам же показывает, потому что мы же плохо самоанализируемся, да, и приходится смотреть на себя с этой стороны, то есть, и если вы там потеряли очень много денег и потом совершаете эту же ошибку, которая привела к вас большой потере и большому стрессу, может быть, вам нравится эта боль, да, то есть это же тоже боль, это про эмоции, что стоит за этим, что стоит за этими эмоциями, да, то есть это эмоция страха, это эмоция жадности, то есть вот над этим надо работать. Как побороть, это только опыт, то есть вот только опыт, 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 опыт. Не любой человек может стать трейдером, для этого нужен определенный архетип человека, да, то есть и он, скорее всего, станет, а вы можете быть супер-классным, умным, но не станете трейдером, просто потому что не хватило какого-то ряда качеств, например, самоконтроля, вот уметь себя контролировать и говорить себе «нет», когда очень хочется, когда жадность, когда... Это же тоже ведь не у каждого получится правильно, а вообще, если вы нормальный человек, то самоконтроль у вас просто с практикой выработается. Не знаю, вы выходите из дома, например, вот первое, что приходит в голову, и вы видите змею через дорогу, и вы боитесь. Потом вы подходите и понимаете, что эта змея мертвая, и она вас не укусит, она уже такая... разложилась, там ее машина передавила, выходите второй раз, на следующий день опять видите эту змею, и вы опять такой немного пугаетесь, и опять у вас какие-то эмоции страха, а на 5-й, 10-й, 20-й день никто эту змею так и не убрал, и вы ее перестанете замечать, она вообще перестанет вас пугать, и здесь то же самое работает, вы делаете то, что делаете, вы делаете 1, 2, 3, 4, 5 разов, и это уберет у вас вот эти вот, и вот эту излишнюю эмоциональность, вот этот вот тремор какой-то, если вы подходите как бы под описание трейдера. Добрый вечер, не так давно я начал заниматься трейдингом криптой, достаточно много смог понять, достаточно много для меня смог поднять, в районе 300 тысяч за 2 недели. Я, кстати, здесь дисклеймер, не знаю, это долларов или... рублей, вот как есть, я так даже ошибки не исправляла, иначе бы еще день потратила на видео. Потерял 300 тысяч за 2 недели. Я вникал во все аспекты этой деятельности, но заигрался, поверил в себя. Думаю, несложно догадаться по описанию, что произошло со мной и моими деньгами. В один миг лишился с этого. Сейчас я сижу и понимаю, что это единственный для меня нормальный заработок, но я боюсь начать заново из-за прошлой неудачи. Как с этим справиться, либо лучше забыть про трейдинг? Ну, забыть вам лучше про трейдинг, либо не забыть, это вам самому решать, я не знаю вас. Во-вторых, я вам уже объясняла, то есть есть какие-то в трейдинге вещи, которые лудомания, то есть вы любите эту лудоманию, склонность к рискам, склонность к гэмблингу, то есть вот это вот постоянно all-in пытаться зайти, чтобы котлету настоящую рвать, тоже не даст, не сделает из вас хорошего трейдера. Я довольно рисковая для девушки, для женщины, ну и я свои риски умею контролировать, хотя как бы я люблю вписываться в любую рисковую такую авантюру, которую мы сам с Максимом можем придумать, я всегда all-in, как бы деньги нужны, мы все деньги на этом можем там, мы не про деньги вот как-то вдвоем, мы вдвоем за идею, поэтому нам легко, и поэтому, наверное, на каком-то этапе денег, их там становится меньше, больше, 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 чуть, ну, мы все равно растем, да,
Вот, а поэтому вы для себя сами ответите. То есть, возможно, есть что-то в вас, либо вот это вот получение боли, удовольствия от этого садомазохизма. Далее, ну, это нормальная абсолютная ситуация, вы должны понимать, что вы не один такой, что постоянно теряют деньги, постоянно чувствуют богом себя, сплошь и рядом, ну ничего, начинайте заново, вот и все, как бы, это просто вас... вот интересно, очень сказали, что... Сейчас я сижу и понимаю, что это единственный для меня нормальный заработок. И вот, кстати, вот эта эмоция, которая в вас возникла, это из-за ощущения легкости денег, что вы, в принципе, ничего не сделали, одним нажатием, там, двумя-тремя нажатиями, вы же не так давно начали заниматься трейдингом криптой, значит, у вас еще маленький опыт, то есть вы очень мало вложили. Вот я вложила 8 лет в это, да, и я достаточно вложила, и вот каждая для меня заработанная сделка, она мне не приносит какого-то феерия чувств, я заработала 25-50 тысяч долларов за сделку, это как будто так и должно быть, я вот там столько работала, и это все теперь мне выплачивается за мой труд, мой труд был не бесполезный, у меня получилось, я молодец, двигаемся дальше. То есть я не получаю эмоций каких-то от большой прибыли. Я от больших убытков получаю до сих пор эмоцию, но они время сократилось очень. Но это другая тема. Вот, просто вам вот эта легкость зарабатывания денег. Ну, большие деньги, они не будут легкими, и у вас нет никакой гарантии, что у вас не будет дальше неудачи. Потому что вы потеряли 300 тысяч, никто вам не дает гарантии, что через год вы там заработаете, а потом потеряете 600 тысяч. Вот, как бы это... путь, понимаете, это процесс, и вы должны в этот процесс себя как бы поместить, должны в этот процесс себя поместить и научиться как-то там маневрировать движением, да, то есть вот быть вот в этом потоке процесса, здесь нет такого, что вот здесь у вас закончится неудача, это не про трейдинг, и потом пойдут только плюсы, 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 вы можете 10 лет торговать, и через 10 лет вас полностью сольется. У меня никогда не было ликвидации, и месяц назад у меня вообще была, наверное, первая ликвидация с 18 года, то есть представьте, то есть я тоже могу впадать, как и человек, в такие эмоции, не, надо посидеть, надо сейчас, вот, поэтому так. У меня вопрос насчет бесплатного урока на Ютубе, актуальна ли нынешняя информация и принимать стратегические решения, опираясь сроков, или метод уже устарел и не настолько эффективен? Я на этот вопрос, думаю, что ответила, я считаю, что это... То, что вот вы даже бесплатное не идете смотреть, такого уровня, которое я даю, ну, это еще раз говорит мне о многом. И я с этим как бы уже окей. Раньше я это не понимала, мне казалось, что я дам бесплатно, и все там вознесут меня просто на руках, будут звать на интервью, и я буду рассказывать всем про трейдинг, на интервью никак никто не зовет, и особо люди-то и не смотрят. Ну, так вот воспринимается это все обучение, потому что это сложно, это долго, все хотят быстрых денег. А вот, поэтому информация супер актуальная, понятно, что в ней может быть что-то изменяться, не ищите какой-то подоплеки, потому, почему она бесплатная, потому что вот у меня есть 5 интенсивов, и по факту эти 5 платных интенсивов раскрывают каждую тему из этого, из вот этого бесплатного курса. И потом я думала, что делать вот с этим, как бы, потому что он вроде бы 20-го года, и, кстати, такой вот небольшой инсайт, этот интенсив «Трансерфинг реальности» я делала в момент моей самой большой просадки, то есть вот в самый такой актуальный момент, потому что мне нужно было тогда, я приняла решение, посоветовавшись там с Максимом, что делать, мы на семейном совете приняли решение восстанавливать депозит, и я тоже думаю, ладно, все, буду восстанавливать депозит, и мне нужно было все ресурсы финансовые, которые есть и моего депозита, и чужого, чему я управляла, направить на восстановление, что-то там я где-то закладывала своими деньгами, поэтому нужен был срочно какой-то поток и дополнительный, да? У нас же не было тогда каких-то технологий там или еще чего-то, и вот пошло это обучение, и я там прям выложила как будто душу, потому что мне тоже было на тот момент актуально, потому что я сама для себя решала,
хочу я вообще быть в трейдинге или мне нужно оттуда уйти. Я, кстати, до сих пор об этом думаю, вопрос этот так и не решился. Просто в какой-то момент я ненавидела этот трейдинг, мне казалось, что он все сделал в моей жизни только плохо, а сейчас я просто его полюбила, мы с ним как-то подружились, и нам вместе комфортно, и мы ужились, и я просто трейдинг, не придаю этому какое-то значение там, и не дребезжу, когда это рассказываю. Ну, трейдинг и трейдинг, как бы, вот. Мы как бы научились жить вместе, да, то есть это тоже наркотик, от которого мне сложно уже отказаться. Я так или иначе могу переключаться на что-то другое, быть внутри какой-то большой идеи, но все равно буду оттрейдивать вот хоть для себя, хоть на 3 копейки. Вот, поэтому в том я прям выложилась. Есть люди, которые зарабатывают до сих пор, есть люди, которые зарабатывают на трейдинге после прохождения трансерфинга, до этого никогда и нигде не обучаясь. Они зарабатывают до сих пор, зарабатывать начали быстрее, чем я, и зарабатывают больше, чем я. Конечно, там в 22-м в интенсивах это более все подробно, и там что-то может изменяться, но советую я посмотреть абсолютно это всем, потому что, во-первых, это бесплатно, никто ничего вас не заставляет покупать, а во-вторых, потому что там шикарно раскрыт money management и risk management, потому что тогда у меня была просадка, я потеряла эти деньги, и потеряв эти деньги, я, в общем, переломала себя тогда и пересмотрела свой risk management. К этому еще вопросы вернемся. Дайте я посмотрю, сколько вопросов еще осталось. О май гад. Ну нет, ну конечно это unreal просто, надо заканчивать. Я думаю, что на этом мы закончим. И на следующие вопросы я отвечу уже в следующем видео, договорились? Надеюсь, потому что ну, я уже час разговариваю. Я надеюсь, что вам было это очень полезно. Поставьте мне лайк, напишите мне в комментариях, вообще понравился вам такой формат или нет. Кто досмотрел до конца, кто узнал себя. Может быть, мне собирать какие-то вопросы на определенные темы, там, давать тему обучения. Есть вопросы по личной жизни, даже там, не знаю, по поводу там ребенка, айаваски, как я менялась. Может быть, это вам интересно тоже, да? Вот пишите в комментариях, мне будет очень приятно, если у меня будет 500 комментариев. Иначе у меня 500 комментариев нет, а у этих мемкоинов есть 500 комментариев. Очень обидно. Но я тоже уже это пережила и приняла. Я всех очень обнимаю, целую и встречаемся на следующем видео.